Оппозиция Египта перешла в жесткое наступление. Этой ночью в Каире противники президента Мурси сожгли штаб-квартиру партии братьев-мусульман. Еще два представительства разгромили. На улицах города была слышна стрельба, есть пострадавшие. На этот раз беспорядки вспыхнули сразу после телеобращения главы государства к нации. Мухаммед Мурси обрушился с критикой на оппозицию, осудил трагические события последних дней, жертвами которых стали 6 человек. Еще около 700 получили ранения. Президент призвал прекратить погромы и решить разногласия путем диалога. При этом заявил, руководство страны примет протесты недовольных проектом новой конституции и готово обсуждать закон о выборах. Оппозиционеры все предложения отвергли и настаивают на своем, на отсрочке референдума и отмене конституционной декларации.